Новогодние хороводы, песни, подарки. В Одинцово прошла ежегодная всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Сегодня елки светлые повсюду зажигаются, во всех домах, по всей стране ребята улыбаются. У нас есть прихожане при Гребенском храме, и они самые разные. Есть люди обеспеченные, а есть люди, которые действительно вот многодетные, у кого в семье, допустим, работает один из родителей только. Вот. И поэтому, конечно, мы стараемся в первую очередь на этот праздник позвать именно их. На праздник пришли дети из малообеспеченных семей, а также дети прихожан и ребята, посещающие занятия в секциях социально-приходского центра. Мероприятие направлено, конечно же, в первую очередь для создания хорошего, замечательного настроения для деток. И мы рассказываем о безопасном поведении в быту во время новогодних и рождественских праздников. Среди подарков, которые получили дети, была памятка о безопасном поведении в быту и на улице. Предостережение возникновения опасных ситуаций, таких как общение с незнакомыми людьми в социальных сетях, прогулки в темное время суток и езда в лифтах в отсутствие родителей. Постоянно с детьми на эту тему разговариваю. Но когда ребенок воспринимает мамины слова, это одно. А когда приходит такой сказочный герой и тоже просит об этом, и показывает ему, рассказывает ему об этом, я думаю, для ребенка как больше усвоится это. Акцию провели Общественный совет при ОМВД России по Одинцовскому округу и Общественная палата при поддержке благочиния. Главной целью организаторы праздника назвали здоровье и безопасность детей. Именно этого Дед Мороз пожелал всем ребятам в новом году. Елена Краева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».